Ребята, всем доброе утро. Лика сейчас собирается в школу, будет завтракать и сюрпризик. Всех с праздником, Днем Святого Валентина. Открывай. Mm-hmm. Валентинку. А у вас в классе дарят валентинки? У нас раньше дарили в классе. Ух ты, посмотрите, какая она красивая. Какие красивые розы. Она еще и светится. Какая она красивая. Класс. Очень красивая, да? Спасибо. А она так лежала, да? Не той стороной. Да. Да. А почему-то, ну, видно, так положили. Посмотрите, какая она красивая. Праздником вас всех, ребята, Днем Святого Валентина. И тебя тоже, Ликуля. Все, давай. Спасибо. Завтракай и топаем в школу, да? Да. Кстати, тортик очень вкусный, с ананасами и грецким орехом. И очень нежным вкусным кремом. Всем доброе утро, всем приятного аппетита. Покажи свою открыточку, Милана. Мы сейчас делаем завтрак. Милан, какашку, кофе у нас, тортик, сырочки Рафаэла. И папа еще бутерброды хочет сейчас сделать, бутерброды с сыром. Что мы будем сейчас завтракать. Сейчас Миланка покажет, наверное, свою открыточку, да? Покажи. Какая у Миланки вот такая открыточка. Мишка с сердечками, с букетом. Ой, какая красота. Очень красивая валентинка, да? Тебе понравилось, Милаш? Да. Лике тоже очень понравилось. Вчера я не успела сделать себе маникюр. Сегодня буду делать. Уже подготовила ногти с помощью вот такого вот аппарата. Вот такой вот у меня аппарат для маникюра. Очень удобная вещь. Различные здесь насадки, которые помогают с маникюром. Вот, как бы я очень довольна этим аппаратом. Вначале, конечно, нужно было привыкнуть к нему, понять, что как. Но эта машинка просто классная, очень удобная вещь. Главное, конечно, поучиться, посмотреть, может быть, какие-то уроки. А так, в принципе, ничего сложного в ней нет. Очень хорошая вещь. Кстати, многие, показывая маникюр, спрашивают в комментариях, как и чем я делаю маникюр. Вот с помощью такого чудо-аппарата. Маникюр я сегодня буду делать... Красный мне понадобится гель-лак, белый, ну, соответственно, база, топ, праймер. И купили вчера с Ликой в магазине Фикс Прайс вот такой вот флок для дизайна ногтей красного цвета. Был только в черном цвете и в красном. Но мы взяли в красном. И сегодня хочу попробовать. Лика еще хотела найти в других магазинах Фикс Прайса розовом цвете. Но я сказала, давай я попробую вначале себе сделать маникюр красного цвета. А потом уже, если это на самом деле очень интересная, хорошая вещь, то попробуем найти и в других цветах. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Вообще должен быть эффект типа бархата. Так вот, ну посмотрим. Я буду делать сердечко бархатное и полностью ноготь бархатный. В общем, сейчас будем делать и посмотрим, что получится. Лампу я уже поставила, ну и в принципе погнали. Кстати, мы заказали уже базу, топ и еще кое-какие цвета гель-лака. Ну, вроде отслеживается, я думаю, что в течение там, ну, недели должно уже все это прийти. Мы уже как-то с Ликой заказывали, но ничего не пришло, где-то потерялось, что-то как-то. В общем, нам оплату вернули, и мы с Ликой все заново заказали. Так что надеемся, что в этот раз ничего не потеряется, и мы обязательно, когда все придет, обязательно все покажем. Вначале нанесу сейчас праймер. Вот такой вот у меня получился маникюр. Я решила сделать один палец белым гель-лаком и вот такое вот бархатное сердечко. Ну, вроде бы ничего, на мой взгляд, мне нравится. Море – это много воды. Кто-то хочет на море, да, Милаш? Да. На море хочешь? Ага.
Едем сейчас с Миланкой на обследование. У нас через 300 метров в общем, плановое обследование. Хотим ее полностью обследовать. В мае месяце. Что там у нас? Ой, да у нас сегодня 3 врача. Ну, я имею в виду там УЗИ и что-то еще. А, и офтальмолог еще. И 2 УЗИ. Угу. В общем, сегодня мы, да, вот у нас в 4 часа. До 7. Поверните налево. До 6. До 6? Да. А, мне кажется, ты, кажется, до 7. Нет. Последний врач. 6 часов у нас. Мы так в мае Лику обследовали полностью. Ой, Лику обследовали, это очень удобно. Сразу всех специалистов и УЗИ, и все, все, в общем, хорошо обследовать. И вот сейчас мы Миланкой занимаемся. Лика сейчас уже дома, покушала, сейчас легла на часик-два отдохнуть. И потом будет делать уроки. А потом вечером, может быть, мы посидим и отметим праздник. Да? Все дела сделаем. А пока едем с Миланкой по делам. Миланка, ты чего там спишь? Соня Фасоня. А, она балуется. Притворщица. Милана. Милана, гамбургер будешь? Милан, гамбургер. По возможности. Выполните разворот. Затем на втором повороте поверните направо. А зачем на поворачивать? Она хочет? Не знает еще эту дорогу, новая дорога. Разворачивает нас навигатор. А, нам не нужно разворачивать. Ничего, спишь, говорю? А? Теперь поверните налево. Пока едем, Миланка смотрит «Звездная принцесса и силы зла». Это звездочка моей сайты. Я тебя не заметил. О! Ты цел? Может, хочешь попробовать мои брауни? Брауни? Вообще-то я сейчас пью протеиновые коктейли. Нажимай. О, подожди, сейчас выйдут люди. Теперь забегай. На какой? На третий. На третий, наверное, это останется. Не нажала. Вот. Вот, молодец. На третий этаж. Да. Угу. Здесь говорят? В лифте? Ты думаешь, скажет? Мне кажется, нет. Очень говорит. Вообще не говорит? Ну, что-то он просто даже не выглядит, да. на такой, который говорит. Выходим, Милаш. Так, нам нужно вот сюда. Пойдем, Милаш, налево. А ну, подождем поцелуй, нашу поцелуй. Очередь. Обновилась, наверное, зайки уже нету. А может дальше будем? Нажмите. Канал пушками. Такой ученик, да? Осень, 1 сентября. Все, мы освободились. Сейчас зайдем в карусель. И уже потом домой поедем. Сейчас, наверное, наберу Лику. Лика отдыхает. Уже начинаю, да? Сумерки такие смеркают. Да. Лика отдыхала. Ну, не позвонила, значит, еще спит. Так что сейчас наберу. Вчера допоздна делала уроки. Английский делала. Но зато получила, если не ошибаюсь, 4-5 по английскому. Пойдем, Милан. Ой, все тает. А к вечеру небольшой мороз. И очень скользко. Очень скользко на улице. Тут рядышком есть карусель, поэтому мы в карусель очень редко попадаем. Ну, как раз таки здесь рядышком, так что нужно воспользоваться моментом, зайти в карусель. Настраиваем антенну. Миланка, короче, захватила растишку, но, наверное, не из-за йогурта, а из-за приложения. Здесь нужно закачать какое-то приложение. И с помощью него мы сможем общаться во время нашего путешествия по Солнечной системе. Взяли еще сок манго маракуйя, очень вкусный сок. А Миланка любит виноградный. Миланки виноградный взяли. Конфетки разные. Появилась какая-то новинка. Степ, арахис и карамель. Десерт с печеньем. Так, попробуем такой десерт. Взяли, в общем, апельсины для сока, йогурты и всякие специи, макароны. В общем, идем дальше. Миланка сегодня накрасила тоже себе маникюрчик. Покажи, Милаш, свой маникюрчик.
Ой, Миланка уже. Миланка уже его сняла. В общем, это такой детский лак специальный. Он пленкой снимает. Я не сняла его. А что он у тебя уже? Покоцанный. Он сам. А. В общем, этот лак пленочкой снимается. Детский не специальный лак. Пленка, он сам может сняться. И сам может сняться, да? Он ладно, тупаем дальше. Что нам еще нужно? Он как обычный лак, только тоже как пленка. Понятно. Ну, хлебушек нужен. О, ну, хлеб понятно, мы еще не дошли до хлеба. Чай, кофе. Мы такой кофе не берем. О, а смотрите, это что такое? Дай посмотрю. А да. Ты любишь такие штучки? Да, а что это за паста? Я такую пасту не брала, если честно. Какая-то паста? Крем-фиш. Ну, кальмар не бери, бери лосось. Вот есть лосось, а это что треска такое? Треска. Лосось. А это? Лосось. А это? Кальмар. Кальмар и креветки. Лосось и треска. Три вида. Ну так какую берем? Лосось. Лосось. А интересно, он вкусный? Ребята, кто пробовал? Ребят, что? А что это такое? Можно смотреть? Это такая нет, как пауза. Нет, не это вот. Что? Вот, это рыбка, Милан. Это просто картинка такая. Картинка. Да. Миланке понравилась упаковка. Я не знаю, вкусно это будет вообще или нет. Я люблю вот Санта-Бремор, по-моему, какое-то ну, да. такое. Не, не хочу. А вдруг она невкусная? Пойдем посмотрим, как всегда мы берем, есть здесь или нет. А скумбрию не будем брать? Нет. Не хотите? Мы недавно брали скумбрию. Так, сыр у нас есть. Вот здесь вот где-то, подожди. Вот, пойдем. Во, вот эту хочу. Давай вот ее возьмем. Вот это вкуснее. Дина номер один, да? Дина, да, вот это. С копченым лососем очень вкусно. Я тебя поймала в плен. Поймала меня в плен? Да. Не выси. Так, куда мы идем дальше? Туда. А что здесь за рыбка? Селедка. Что тут еще есть? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А это что такое? Смотри, тоже какая-то паста с чесноком. Не, мы взяли все, то, что... Сливочно. Ну, сюда идем. Ку-ку! Да-да-да. Делает уроки. Лика, что там типа с уроками сегодня? Много. Сегодня много? Да. Что за, блин? Алгебра, геометрия, русский, искусство, история, немецкий, математика, лекции. А по искусству что вам задали? А я не помню, что. А что это такое на смотре? На логику задачи. На логику задачи? У эту малунечку. Умничка моя. Так, мы сейчас будем ужинать. Я жарю котлеты, варится картофель. Буду делать пюре. Немножко посидим, да, отметим праздник. Да, Лик? Да. Вот, на этом наш лог, ребята, с ней заканчивается. Всем огромное спасибо, кто был с ней с нами. Заходите завтра на наш канал. Всем спокойной ночи и всем пока-пока. Пока-пока.